Детеныша черного медведя мужчина заметил во время прогулки в лесу, где делал фотографии природы. Животное лежало на спине, не шевелилось и почти не дышало. Хэнкок, так звали мужчину, подобрал медвежонка и на своей машине отвез его в реабилитационный центр для диких зверей. Медвежонок был сильно обезвожен, истощен и находился в летаргическом состоянии. По оценке сотрудников центра, возраст животного составляет всего 3,5 месяца. По всей видимости, его мать все еще находится в зимней спячке. Ветеринары рассказали, что в реабилитационном центре медвежонок пошел на поправку. В дальнейшем медвежонка передадут в питомник или в зоопарк, и с ним обязательно все будет хорошо. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.